Сегодня, как основу для копии, мы взяли стол, который разработал Жан-Мишель Франк. В основном эта модель выполнялась из кожи ската, но есть варианты с использованием шпона дуба. Первым делом мы сделали переклей из 2/16 МДФ для столешницы и боковых ножек. После этого отрезали получившиеся детали в нужный размер, и затем можно приступать к набору рубашек и изготовлению подклеек. Первым делом нарезаем нужное количество шпона по длине. Большой запас делать не стоит, пару сантиметров вполне хватит. Пока набираются рубашки, Кирилл занялся изготовлением подклейки. Толщина основных деталей из МДФ 32 мм. Полтинника дуба у нас в мастерской не оказалось, поэтому для подклеек, которые находятся вместе соединения столешницы и ножки, мы взяли бук толщиной 50 мм. Фрезеруем их ламельным фрезером в два ряда и подклеиваем. Подклейки по длине делаем из дуба. Если бы мы делали простую столешницу, то углы пришлось бы зарезать на ус. Но в нашем случае можно пустить подклейку на вылет, потому что она срежется и будет скрыта соединением. После высыхания клея выравниваем подклейку и фанеруем все детали. Для всех лицевых плоскостей мы сделали по две рубашки. Это нужно, чтобы со временем черновая рубашка компенсировала проседание подклейки. Соединение в 45 градусов по ширине мы сделали на фрезере, и затем короткие детали подровняли на пиле. Проверив сделанные углы, отфрезеровали отверстия под ламели и проверяем на сухую еще раз. После этого, не разбирая стол, делаем разметку для горизонтальной перегородки. Паз под нее фрезеруем на нужную глубину за несколько раз. Thank you.
Внутренние перегородки стола собираем на ламели. После того, как отфрезеровали все детали, нужно проверить все на суху. Некоторые операции со столом нам нужно будет проводить уже после склейки, поэтому все внутренние части мы покрываем уже сейчас. Места соединения всех деталей проклеиваем малярным скотчем, чтобы в дальнейшем было удобнее удалять излишки клея. Перед склейкой еще раз собираем изделие, чтобы провериться, и подготавливаем необходимое количество струбцин, подкладок и всего остального перед зажатием. Этот стол мы решили склеить за один раз. Для этой операции используем осетровый клей, модифицированный карбамидом. Этот клей позволяет производить все действия по склейке без спешки. По прошествии 12 часов разжимаем струбцины и оставляем стол еще на сутки. Затем можно сделать финишную подклейку кромок из дуба толщиной 3 мм. Подрезав подклейку, остается пройти небольшую фаску по всем острым сторонам, и можно начинать покрывать весь стол. Остается только сделать 3 ящика. Для этого заготавливаем материал нужного размера. По высоте ящик делаем из цельной доски дуба.
соединяем на ласточкин хвост. Для разметки используем рейсмус и разметочный нож. И, конечно же, стамески должны быть хорошо заточены. От этого зависит успех всей работы. Склеив все ящики, ставим их на место, затем устанавливаем фасады и ручки.